Что вам покажет оракул нити судьбы? Давайте посмотрим на этом замечательном оракуле. Смотрите, паж кубков. Кого-то ожидает вот такой юноша. Юноша с любовью, с яблоками. И причем это придет вам, вот этот юноша, после разрушений, после травмирующих таких отношений с кем-то. Да? То есть кто-то с кем-то расстался. Да? У кого-то, знаете, как вот отрезаны все мосты, сожжены, говорит вот эта карта. Вы проходите сейчас период трансформации, и эта трансформация у вас добровольна, пусть оно так и остается. Может быть, кому-то придет на путь король кубков, такой вот красивый юноша. Ну и чем все дело у вас завершается? Девяткой пентаклей. Посмотрите, это ресурс, это деньги, это энергия, это ваши отношения, которые хранимы высшими силами во благо.